Здравствуйте, можно к вам? Привет. Привет, ребята. Можно к вам пройти, да? Конечно, можно. В этом году Томская церковь впервые приняла участие в проекте «Рождественская елка ангела». Программа преследует такие цели, как поздравить детей с Рождеством и передать подарки от их родителей, находящихся в заключении, адаптировать женщин и мужчин к возвращению в общество и семью, донести Евангелие до осужденных и их детей. Твоя мама просила нас поздравить тебя. Это мы от папы. Папа не смог прийти, нас послал. Он тебе передал вот подарки, большие подарки, такие хорошие. С Рождеством. Мы пришли еще по одному адресу. Здесь проживает Андрей, ему 10 лет. В настоящее время он живет с дедушкой и с бабушкой. Здравствуйте. Можно к вам подойти? Присоединившись к проекту, церковь поздравила 34 ребенка из Томской области, Кузбасса и Казахстана. Спасибо, дядя Женя! Спасибо, дядя Женя! С Рождеством, скажи! С Рождеством! Папа, я тебя люблю! Поздравляю с Рождеством! Спасибо тебе большое, папа. Я тебя очень сильно люблю. Вот так, давай мы с тобой сфотографируемся. И папе поможешь? Папу поздравь. С Новым годом. Не бойся, я отвернусь. Скажи, я тебя люблю. Я пожелаю Жене, чтобы он был хороший. Любил нас. Мама Наташа, ждем тебя с Никитой летом. Побыстрее приходи. Мама Наташа, поздравляем тебя с Рождеством, с прошедшим Новым годом, с предстоящими будущими праздниками. Мы тебе с дочерью желаем всех благ, здоровья, самое главное, всего хорошего. Спасибо тебе за подарок, конечно. За эту кубку дочери, вкусняшки. Да, дочь? Спасибо. Я люблю папу, чтобы он поскорее вернулся. Папе, хотите что-нибудь сказать? Спасибо. Мы тебя любим. Вот так. Ой, я на эмоциях не знаю. Юрочка, спасибо, что ты подумал. Написал письмо, что у нас вот так вот поздравили. Мы чувствуем твою любовь, твое тепло, мы тебя все любим, все ждем. Давайте все вместе. Спасибо! Ну, я хотела бы ему сказать то, что спасибо ему за такой хороший и чудесный подарок. И когда он придет, я его буду очень сильно любить. Мы надеемся, что это служение даст возможность сблизиться детям и родителям и поможет им обратиться к Богу.
землю приехали. Ну все. Она скоро приедет. И вы будете вместе. А сейчас давай посмотрим, какой подарок, да? Давай посмотрим. Да.